Этим летом на канализационном коллекторе рядом с поселком Геологов произошла авария, прорвало трубу диаметром 800 миллиметров. Тогда ремонт участка был под вопросом, сейчас решение нашли. Авария произошла в начале июля. Сети старые, износ коллектора 100%, оценили тогда в комбинате бытовых услуг. Была просто, значит, врезка в коллектор 800-ку. Потом ее отрезали. Почему отрезали, я не знаю. И вот сколько я... Никто на этот вопрос ответить не может. И вместе вот это, там, где отрезали эту 200-ку трубу, да, по стыку появилась вот эта течь. Течь контролировали, затем стык разошелся, истоки начали выходить в больших объемах. Выход из ситуации – это замена трубы, сообщалось ранее. Необходимо было поменять 8 метров магистрали. Оставить город без воды не представлялось возможным, поэтому сотрудники КБУ искали решение проблемы. Нашли. И для этого отключение водоснабжения не понадобится. Будем делать саркофаг бетонный, то есть это место, да, то есть... Заливается бетоном, то есть аккуратненько, для того, чтобы укрепить свод этого коллектора. Туда собирается вода со всего Бирска, и для того, чтобы горячая вода представляет 20%, и чтобы нам там, если мы отключим, вот это особо никакой роли не сыграет. Вот, и только после отключения, только через сутки, наверное, мы почувствуем, она это... Отключение подойдет вот к этому коллектору, поэтому издеваться над людьми смысла мы не видим. Не будет никакого отключения.